Сезон набирает обороты, ярко у баскетбола становится только больше. Настало время самых горячих моментов недели в Единой Лиге ВТБ. Поехали! Открываем хит-парад в Казани. Эрик Макколум и Морис Ндур. Главная боль для любого соперника. Макколум перехватил мяч. Ндур с удовольствием поддержал быстрый отрыв. Все закончилось мощным данком от сенегальского форварда. Морис Ндур, Уникс Казань, 10 место. Как максимально эффективно вести мяч из аута? Исполните лиуп. Трей Голден подвесил мяч над кольцом. Перин Бьюфорд вколотил его с сопротивлением. Не пас, а настоящее золото. Трей Голден на Перина Бьюфорда. Автодор Саратов. 9-я строчка. Антон Пушков и Галь Мейкель без проблем вскрыли оборону Астаны. Пик-н-ролл, и Мейкель находит Пушкова шикарной передачей между ногами. Данк Антона одной рукой, вишенка на торте. Только для баскетбольных гурманов. Галь Мейкель на Антона Пушкова, «Зенит», Санкт-Петербург. 8-е место. Кратчайший путь к кольцу – по воздуху. Отелло Хантер давно усвоил эту истину. Михаил Кулагин впервые в сезоне на паркете и сразу отправляет партнера в полет. Хантер без проблем выловил мяч и доставил его по назначению. Полегче с домашними кольцами Отелло. Михаил Кулагин на Отелло Хантера, ЦСКА Москва. 7-я строчка. В Перми точно знают, турниры выигрывает защита. Рашат Келли не стал долго запрягать. В самом начале матча подкараулил Андрея Зубкова и выписал ему звонкий блокшот. Слишком легко. Дайте что-нибудь посложнее. Рашат Келли, Парма, Пермь, 6-е место. В Краснодаре всегда жарко. Центровой Лока Владимир Ивлев мечтал стать разыгрывающим. Все навыки при нем. После передачи Дмитрия Хвостова Ивлев исполнил великолепную скидку на Джей Джей Джонсона. Американец непринужденно забил сверху и приземлился на 5-й строчке хит-парада. Ивлев на Джонсона, Локомотив Кубань, Краснодар. В ЦСКА есть свой человек-хайлайт. Уилл Клайберн быстрее всех сориентировался в неразберихе под кольцом Калева. Форвард армейцев подхватил мяч и вколотил его в кольцо через Ивана Альмейдо. Разбега не надо. Постерданк. Без шансов. Уилл Клайберн. ЦСКА Москва. 4-е место. Сколько передач нужно, чтобы пройти оборону ЦСКА? Всего одна. Зато какая! Иван Альмейдо, не глядя, отдал мяч на Рейджи Линча. Защитники армейцев наблюдали из первого ряда. Мощный данк, легкие 2 очка. Проще не бывает. Иван Альмейдо на Рейджи Линча. Калев Таллин, 3-е место. Красивые передачи любят и в «Зените». Брэндон Дженнингс собрал на себя двоих и сделал изумительную скидку на Джалина Рейндельса. Центровой отвел душу на кольце соперника. Александр Жигулин – случайная жертва. Добро пожаловать в коллекцию. Брэндон Дженнингс на Джалина Рейндельса. «Зенит», Санкт-Петербург – 2-я строчка. И автором лучшего момента недели становится капитан Лока Дмитрий Кулагин. Защитник выдал чудо-передачу на Матеуша Понитку. Невероятно, с отскоком, да еще и на такую дистанцию. Впечатлен даже президент клуба. Понитка завершает отрыв, как и подобает, атлетичным данком. Дмитрий Кулагин на Матеуша Понитку. Локомотив Кубань, Краснодар. 1-е место.